Вся Россия пробежала кросс-нации. Ульяновск не стал исключением. Спортсмены от мала до велика решили провести свой выходной на свежем воздухе. В этом году более 1000 ульяновцев вышли на дистанцию по разным причинам. Кто-то боролся за главный приз – холодильник, кто-то вспомнил былую молодость, а кто-то приобщал к здоровому образу жизни своих детей. Возраст практически не ограничен. Сейчас вот за мной стартует первая группа. Это любители бега. Это детишки с родителями. Семейный старт, чисто символический забег. Один маленький круг. Но здесь возраста мы уже не считаем. Забег не только настоящий спортивный праздник для всех участников. Кросс-нации показывает, что здоровый образ жизни и активное времяпрепровождение доступны каждому. В каждом забеге мы практически участвуем на протяжении уже всего года для здоровья, для общественности, для общего развития. Оль, да? Не только чтобы знали, как бы узнавали, чтобы вникать именно в молодежь, чтобы им приучать их, чтобы они здоровый образ жизни вели и знали уже направление, какое выбирали. Самые юные участники вместе с родителями бежали 200 метров. Девушки и парни до 17 лет пробежали километр. Взрослые спортсмены соревновались на дистанции в 3 километра. Ветераны могли выбрать любое расстояние. Это вообще замечательный праздник, когда стоит просто пробежаться по лесу, вот в этом прекрасном месте, подышать воздухом свежим. Замечательное время, замечательное место, погода позволяет. Когда бегут малявочки, и хочется бежать рядом с ними, показать, как бегали мы раньше. И они также, глядя на нас, могут дальше заниматься спортом. Каждый участник забега получил памятный подарок, который будет служить доказательством личного спортивного подвига. Кросс-нация – это одно из мероприятий, которое проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Светлана Карпухина, Улправда ТВ.